Ежегодно 3 декабря в мире, согласно официальному календарю ООН, отмечается Международный день инвалидов. В Харцизском городском дворце культуры по этому случаю в минувшую пятницу был организован праздничный концерт. В Харцизске проблемами людей с ограниченными возможностями занимаются около десятка различных социальных учреждений. Каждая по своей линии так или иначе помогает инвалидам. Сотрудники терцентра, лидеры некоторых общественных организаций, работники Центра социальной и психологической реабилитации детей, которые ежедневно заботятся о своих подопечных, в ходе торжественного мероприятия были отмечены благодарностями главы администрации Харцизска. Этот день отмечает весь мир. Люди, которые попали в тяжелые жизненные обстоятельства, не обделены вниманием и заботой. Хотелось бы в этот день пожелать всем нашим близким, кто попал в такие жизненные обстоятельства, скажем так, крепкого здоровья, оптимизма, держаться и не падать духом. В особый день в городском дворце культуры попытались создать для своих гостей особую праздничную атмосферу. Концерт для сильных духом был составлен из ярких, эмоциональных, танцевальных, инструментальных и вокальных номеров.